Представим себе, что вы приняли решение изменить свою жизнь. К лучшему, разумеется. Вы решили быстро рассчитаться с долгами. Достало, задрало, надоело, больше не хочу, не могу. Вы решили построить, наконец-то, бизнес, в конце концов, и получить результат такой, от которого, чтобы мурашки по телу, чтобы волосы дыбом, чтобы все сказали, вот это да, вот это кадр. Вот это у него бизнес. Чтобы плоды были налицо. Может быть, вы решились. И вы пришли в сетевой бизнес. И вот какой совет я вам дам сейчас. Я опытный человек. Можете мне не верить, но рекомендую поверить. То, что вы решились, то, что у вас внутри вызрело такое решение, это очень здорово. Но вы должны понять вот какую вещь. Это вы решили. Это вы захотели. Это ты захотел, ты персонально, рассчитаться с долгами, раздолбать эти дребезги и больше никогда о них не вспоминать. Это ты захотел купить себе Porsche Cayenne 2014 года. Это ты захотел объездить весь мир и показать этот мир красивый и прекрасный в своей семье. Это ты захотел добиться, наконец-то, в MLM настоящего результата. Это ты захотел. Тогда запоминай, что я сейчас скажу. Если это ты захотел, то ты должен понять, что вся ответственность только на тебе. Потому что это твоя персональная жизнь. Это твоя личная жизнь. Это твоя жизнь, и больше ничья, и только ты несешь ответственность за то, что с тобой происходит. Абсолютное большинство людей, это странно видеть вообще. Кстати, я сам был такой же. Но некоторые это быстро понимают, а некоторые так никогда не поймут. И трагедия этих людей состоит в том, что они никогда не дойдут до этой мысли. Эта мысль должна вас пронзить. Это моя личная жизнь. И только я несу ответственность за то, какая она будет. Я бесконечно слышу вокруг себя вопли, сопли, жалобы и рассказы о том, как все неудачно, плохо и какие все кругом плохие. Мне не помогают. Ай-яй-яй-яй. Мне никто не помогает. Никто не собирался тебе помогать. Никто не обязан тебе помогать. Это твоя личная жизнь, твой личный бизнес, и ты должен сделать так, чтобы его сделать, этот бизнес. Нужна помощь, добейся, чтобы тебе ее предоставили. Здесь полно заинтересованных в сетевом бизнесе людей, которые готовы тебе помочь, потому что это им интересно. Но если тебе не помогает, это твоя проблема. Тебя никто не любит. Ай-яй-яй, меня не любят, мне не доверяют, меня недолюбливают, мне не уделяют внимания. В меня никто не верит, мне никто не доверяет. Олег Григорьевич, мне никто не верит. Я им рассказываю, они мне не верят. Это твоя проблема и больше ничья. Сделай так, чтобы тебе начали верить. Научись тому, что ведет людей в одну единственную дверь. Верить тебе. Нужно что-то с собой такое сделать, чтобы тебе... Другим верят, а тебе не верят. Это ты виноват, что тебе не верят. Тебя обманывают. Ай-яй-яй-яй-яй, они меня обманули, они мне сказали так, а на самом деле оказалось так. Они пользуются мной. Но это тобой пользуется, это твоя ответственность. Значит, ты позволяешь сделать так, что тобой пользуется, что тебя обманывает. На то она и жизнь. Вот такая вот. Где все друг друга, ну или многие друг друга, к сожалению, обманывают. Странно это все слышать мне. Олег говорит, у меня не получается. Ну так и будь здоров, до свидания. Это же у тебя не получается. А у него получается и у меня получается. Ты не задался вопросом, а почему у них получается, а у тебя не получается? Это твоя ответственность. Твоя персональная ответственность. Это у тебя не получается.
на меня кто-то дурно влияет. Они говорят такие вещи, которые меня разочаровывают, они расстраивают меня, у меня руки опускаются, у меня настроение падает, я в депрессии, я не могу работать в таком окружении, меня не поддерживают, мне мешают. Но это тебе мешает. Может быть, другим еще больше мешают. Других, может быть, еще больше не поддерживают. Других еще, может быть, больше опускают. Может, над другими гораздо кровавее смеются, чем над тобой. Что ж ты все время о себе-то говоришь, ё-моё? Не получается что-то. Мешают тебе. Ну что ж. Или ты сделаешь так, что они перестанут тебе мешать, или они тогда тебя вообще заплюют. И ты под этими плевками так и сгниешь. И так проволочишь свою жалкую жизнь под этими насмешками, плевками и под взглядами тех людей, которые тебя не любят, не доверяют, мешают, обманывают и путаются у тебя под ногами. Но это твоя жизнь. Ты можешь это все изменить или пропасть. Кто-то говорит: Олег Игоревич, вот я слабый, я слабохарактерный, я не могу справиться со своим характером. Вот я такой взрывной, вот я такой вспыльчивый, вот я такой вот придурковатый, вот я такой вот неумный, вот я такой вот глупый, вот я вот так вот делаю такую ерунду, никак не могу справиться. Ёлки-палки, что мне, видно, мне не судьба. Вот у меня здесь помечена балда. Или ты это исправишь, понимая, а раз ты об этом говоришь и жалуешься, значит, ты понимаешь. Или ты останешься с этим клеймом. Вот я не могу справиться со своим пьянством. Вот я не могу справиться с курением. Вот я не могу справиться со своей, будь она трижды проклята, ленью. Я такой ленивый, что это патология, которая просто именно поэтому я не преуспеваю. Ну и хрен с тобой. Никто не собирается бороться с твоей ленью. Это твоя проблема. Со своей ленью каждый борется сам. Так же, как борется с недисциплинированностью, борется, неспособность делать то, что надо, и не делать то, что не надо. Вот если бы вы знали, какое у меня окружение, где я живу, в какой дыре мне приходится процветать. Это не то, что вы живете там в столице. А вот я вот несчастный, я родился в семье убогих, в деревне под названием Гадюкино, и там у нас все время идут дожди. Если бы вам было бы это известно, вы бы тогда не предъявляли никаких претензий. Да никаких претензий! Это твоя собственная жизнь. Если тебя устраивает она, оставайся там. Если нет, бери котомку и дуй пешком через пол России зимой за повозкой, как шел великий русский Ломоносов, из страшной дыры в Архангельской губернии, в столице, чтобы, будучи крестьянином, прорваться в высшие круги и стать величиной номер один в научном мире и не только. Или возьми любого другого человека, любого, который известен большому количеству людей, любого киноактера, любого музыканта, любого спортсмена, возьми любого бизнесмена, возьми любого политика, возьми любого человека, который на устах, который известен, который что-то сделал в этом мире, конструктора возьми любого ученого, изобретателя, хорошего родителя, возьми толковых людей, и ты увидишь, что они обязательно попадали в ситуации, когда им никто не помогал, их не любил, в них не верили, их обманывали, их кидали, они падали, их обманывали, их изобретения забирали, их труды присваивали. Они вставали и шли, и делали, потому что они хотели, и они приняли решение. А мы всего лишь навсего не совершаем научные и какие-то другие подвиги, мы просто-напросто строим бизнес, который позволит жить без долгов, в свободе и заниматься делом, которое тебе нравится. Ё-моё! Всего-то навсего надо в сетевой компании построить бизнес. Но это тоже, правда, требует усилий. А то начинается вот это: вот у меня нет высшего образования, а вот если бы я знал компьютер, а если бы я разбирался в интернете, вот как вы в сетях, а вы вот то, сё.
Вот если бы я не был такой, вот вам хорошо, вы вот умеете выступать, вот вы такой вот крутой, вот вы такой начитанный, а я стесняюсь людей, у меня три слова связать не могу, и вообще я заикаюсь, и вообще я, значит, странный, ленивый, подмаргиваю и так далее. Но есть примеры, когда человек, который был кривой, косой и горбатый, и не мог связать три слова, часами тренировок превратился в самого известного в мире оратора. Я про Цицерона говорю. Да, вся история человечества, которая стоит на судьбах, на историях человеческих, свидетельствует о том, что человек был никем, а потом взял себя и сделал. Потому что захотел, потому что принял решение. И не жаловался, и не рассказывал, что у него плохой спонсор. Что он тупой, что он ленивый, что он грубый, что он наезжает, что он не помогает, что он не лидер, что он не жемчуг, что он никому не известен. Так болтается мой спонсор. Или наоборот, у меня партнеры все ленивые, заходят, нифига не покупают, одни стартер-киты. Я не знаю, как это у вас происходит, но у меня 36 партнеров, все стартер-киты. Я не знаю, они все тупые, они ленивые. А кто и купит там пакет, значит, или что-то там, продукт. И он не работает, сразу уходит. Они все какие-то вялые, какие-то равнодушные какие-то, я никого поднять не могу. Послушай, но это же все только и исключительно твое дело. И если что-то не так, то разворачивай свои глаза внутрь себя и говори: слушай, а что не так? Слушай, а вот этот самый спонсор, про которого ты говоришь, что он ленивый, тупой, неграмотный, значит, не лидер там и так далее, может быть, он тебе поможет, если ты свою гордыню засунешь? Может быть, он что-то хотя бы скажет? Может, он хотя бы тебя выведет на другого человека, который тебе может помочь? А может быть, он хотя бы тебе книжку покажет, какую тебе надо почитать. А может быть, он, ты спроси его честно: Коля, вот я про тебя вот все время говорю, что всем, ты, наверное, не слышал, не знаешь никогда, а я всем в кулуарах говорю, что ты мой спонсор, но на самом деле ты такой туповатенький, недалекий, и вот я про тебя так говорил, а теперь я вот каюсь перед тобой, вот у меня ничего не получается, может быть, ты мне как-то скажешь в глаза мне прямо, глядя мне в глаза, что со мной происходит? В чем моя проблема? Может, ты меня обличишь? Может быть, ты мне наставление дашь? И может быть, я тогда гордыню свою в унитаз сейчас солью, прислушаюсь, и может, я что-то попробую исправить, потому что я больше не хочу так жить. Короче говоря, когда я начинаю на эти темы говорить, я становлюсь эмоциональным, потому что я вижу, как множество людей, не имея элементарного представления о том, как надо в жизни в этой существовать, устраиваться, организовывать ее вокруг себя. И самое главное, не понимают, что для того, чтобы что-то произошло, надо с себя начать. Надо понять, почему все вокруг так, и где эта причина, и что конкретно во мне надо менять, чтобы эту причину устранить. Первое. Ответственность за все в моей жизни несу я. Ответственность за все в твоей жизни несешь ты. Тебе нужна помощь, это ты обязан ее себе организовать. Это ты обязан поехать, договориться и узнать. Это ты обязан встать, позвонить, связаться, сделать такие шаги, сказать такие слова, вычитать их в книжке, в интернете, не знаю где, сказать такие слова, чтобы тот человек на другом конце сказал: ну хорошо, я тебе помогу узнать, где ты можешь это узнать. Иди и узнавай. Когда все будут спать, узнавай. Когда все будут смотреть телевизор, сиди и узнавай. Твоя жизнь, твоя персональная, и ты несешь ответственность за то, какой она будет. Поймешь, все начнется. Вот это шаг номер один к тому, чтобы твоя жизнь заиграла новыми красками, и чтобы долги стали таять, а успех в бизнесе начал проявляться. По чуть-чуть, помаленьку, быстрее, и ты разбогател бы, чтобы. Понятно? Желаю удачи.